Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Один из подписчиков попросил меня пройти ивент, который у нас начался. Гномьи пивные воины, побеждай волны пьяных диких громов и перетяни их на свою сторону. Почему именно громов, а не гномов? Ладно, вперед так вперед. Так, ну что, первые, ребята, бои мы, конечно же, с тобой пропускаем. Так. О, дедуля выпал. Дымчатая попка, малобюджетный Тони, волосатый Андре. И стрелок Поли. Хорошечно. Поехали дальше. Монетки. Так, это все понятно. Так, сердитая бабуля прокачаться может. Оу, тотальный мороз. Наконец-то мне выпал, ребята. И повар Чичо. Так, что? Дальше? Конечно, дальше, ребята. Так, монеты, кристаллы. Опять дедок. Телепопка. Тотальный мороз. Ольга, воровка сердец. И опять же стрелок Полли. Дальше идем. Понятно, монеты. Кстати, кристаллов дают по 9 штук. Неплохо, я тебе скажу. Так, Фидо, алкоголик, кексик и прикосновение страдания. И торговец душами Дуппи. Я тебе скажу, очень даже неплохо. Дальше продолжаем с тобой ролить. Так, кристаллы 8 штук. Чоппер Джина. Раньше была рыжая Джина, а теперь Чоппер Джина. Сторожевой глаз. Буран Лузи и шутка попка. Плюс пузырек. Пузырек, кстати, тоже скоро, ребят, прокачается. Продолжаем рулить. Здесь нам выпадает 47 монет, 9 кристаллов. Так, паучья попка. Плюс стражевой глаз. Пиратский ром. Слуга финики. И надувной газ. Давай. Кстати, можно прокачать его. Я, наверное, прокачаю, ну а почему бы и нет. Поехали. Так, монетки. Ну тут 3 кристалла, мы пожадничали. Так, домохозяйка Анжела. Игривый Буба. Кислота обезьяния, шикарно. И ураган. Плюс сердитая Рози, которую мы с тобой сможем прапать. Вот это уже хорошая новость. 20 кристаллов, все равно пока, ребята, тратим. Ролим. Так, 6 гемов. Цветущий Торни, который тоже готов прокачаться. Побольше Тина. Так, столб огня. И толстая попка. Так, получить. Ну что, ребят, получаем 2500 монет. И дальше продолжаем рулить. Так, ну тут монетки, кристаллы. Почти ничтожный Джо. Паучья попка. Побольше Тина. Волосатый Андре. И щитоносец Боб. Угу. Так, подожди, 20 и 20, и 20, это 6, да, на выгоднее пока так делать. 3 кристалла, ну маловато, маловато дали нам кристаллов. Грабительница Грета прокачаться готова от Мара. Шельник, который уже давно... О, волосатый Андре. Так, стрелок Полли. Пока нам стрелка сегодня больше всех дают. Рулим дальше. Так, монетки, кристаллы. Ляля Олаф готова прокачаться. Опять Джоу. Раздраженный Рок. Раньше его звали рабовладелец, по-моему, да? Или я попутал немножко? По-моему, попутал. Ну что, опять монетки, 46 штук. Один кристалл, но это, конечно, вообще ничтожно мало. Когда же ты, дед, еще у меня повысится по уровню? Бабка тут выпадает. Это мелкий хмыреныш, слуга финики. И крутое яйко. Яйко. Молодцы. Назвали тоже. Так, поехали дальше. Монетки. Яйко. Загадочный Раф. Заброшенная Музи. Лечение. Так, странный кувшин. И стрелок Полли. Окей. Ну, это понятно, монеты. Тут опять один кристалл дали, а? Пожадничали. Тотальный мороз, шикарно. О, костлявый Костя. Костя, костлявый. О, и надувной газ опять выпал.
Отлично. Эпические карты я обожаю, когда выпадает. Так, монетки, это понятно. Тут 4 кристалла. Ага, Чоппер Джина. Алкоголик. Так, шутливый Шеймус выпал. Андре и вахтерша Мона. Кстати, скоро она сможет прокачаться, если... А вот здесь, ребята, уже смотрим. Ну, тут понятно, тут можно один раз, конечно, заюзать. А вот дальше... Так, блондинка Бирта. Телепорт, страдания, ураган. И опять же пузырек, которым сможем прокачать. Ну что, получаем с тобой 50 карточек на побольше Тину. Но прокачать опять же пока не могу, не хватает. Так, если мы с тобой доберемся до 60%, как ты видишь, мы получим с тобой 300 гемов. Но здесь нам уже, скорее всего, выгодно. Так, это за одну попытку 40, за две это 80, за 3, нет, нам выгоднее тогда делать, за свою энергию проходить. Ну что, погнали в бой? Поехали. Стоп, погоди, поехали. Давай вначале прокачаем наших бойцов, которые тут заслужили, в принципе, прокачки. Сделаем вот так вот. Надувного газа прокачаем. Дальше. Сейчас пузырька, я думаю, тоже стоит прокачать. Опа, вторая звезда у него. На, получи. Волосатый Андрей. Ну, по мне так лично он достоин прокачки. Как танк он очень даже неплох. Вот. Подожди, я хоть ту качаю-то? Подожди, я не то вроде делаю-то. О! Вот. Сердитая Рози прокачалась. Так, эльфов я не трогаю. Роботов я тоже не трогаю. Вот здесь вот мы сделаем Ляля Олаф. Так, еще можно улучшить. Все? Все. И... Так, подожди, подожди, подожди. Бабульку, конечно же, бабульку. Так, бабка тоже получила прокачку. Еще можно. Ну вот, неплохо. Так, это фигня. Так, это у нас шутливый Шеймус. Слушай, а у меня же, по-моему, раньше не было его. Не было у меня этого лепрекона. Я не помню. Ну, вроде бы как и все. Ну, давай еще с тобой этого, хорошо, холодного Франца прокачаем. Получает он вторую звезду. Все вроде бы, да? Все. Так, больше нам пока и прокачивать, в принципе, некого. Да и незачем. Денег у нас, как говорится, и так в обрез. А, ну вот это вот можно. Да, грабительницу Гретту прокачать. Нет, все-таки я прокачаю. Так, 17 уровень. 18. 19. И деньги закончились. Окей. Ну что, теперь, да, теперь можно уже, как говорится, смело отправляться. Нет, зачем мне хитрецы? Так, откроем еще, наверное, здесь сундук с тобой. Алкоголик, Джо и Ольга натыкательница. Пускай отрывается. Так, а мы с тобой продолжаем. Да, вперед. В бой. Команду, я не знаю, нет, ну не эту мы с тобой, наверное, возьмем. Возьму я, скорее всего, вот эту командочку в бой, ребят. Хотя тут я тебе скажу одно. Разнесем их в пух и прах, даже глазом не моргнем, потому что, ну, они здесь ватники. Пузырик первого уровня. Ну что я могу сказать? Ну, давай вот так вот сделаем. Че, вот так вот сделаем. Фига он на таком кроте там сидит. Хорошо устроился, я смотрю, да, этот? Ну, хорош. Она даже пробить не может, прикинь, моего деда. Цветочного. Дрельная да... Кто? Дори? Да, Дори. Да все, тут кранты. Вообще... Слетел с трона. Так, ну тут по мелочи, да?
Дымчатая попка. Так, рабовладелец мок. Обезьянья кислота. И, о, курица выпала. Нормуль. Так, следующий поединок. Поехали, в бой. Ну, опять же, здесь ничего страшного нету. Абсолютно. Скелетики, бабка на 8 уровне, холодный Франц. Ну и что, и куда вы собрались? А? Ребятуль, куда собрались-то? Идите отсюда, бабка, ты парик забыл одеть свой. Плохая у тебя прическа, бабуля, плохая. Вот так-то, да, значит? Ураганчиком, ребят. Решил меня напугать. Окей. Давай, давай, давай. Ах, ты малявка. Мы сейчас посмотрим, кто здесь малявка. Давай, давай. Еще пару ударов и... Все. Дрельная дури погибла. Так, показать все. Опа, нам выпадает монах. Это хорошо. Так, ну и мы продолжаем дальше бой. А тут забор. Ну, первый уровень. Ну что, первый... Олаф 9 уровня. Вахтерша Мона там 1 уровня. Ну, это смешно, на самом деле. Просто смешно, ребят. Просто сейчас будут все погибать и все. Да-да-да-да-да. Вот именно так все и будет. Давай. Франца отдуплили. Давай. Я просто, ребята, жду, когда будет продолжение у этой игры, когда появятся новые уровни. Вы, если что, мне в комментариях пишите обязательно. Так, он слетел. Потому что игра, по-моему, от поляков, и они ее периодически как бы дополняют. Так, ну что, давай потратим с тобой 100 гемов, так уж и быть, и продолжаем поединки. В бой. Ну, это, опять же, тут для нас все будет легкотня. Полная. Давай, цветочный дед. Мелкий такой бежит с топориком. На. Слушай, ну несмотря на то, что он мелкий, 4 уровня, такой довольно крепенький, да? Мелкий, но крепкий. Давай, давай, отдуплись там, нет. Хотя, да. Так, курицу валим. Дрельная Дори. Наверное, хотели сказать не дрельная, а дрянная Дори. А почему Дори, если это мужик? Я не понимаю. Что это за наклонности такие? Скажи мне на милость. Так, ну что, победа. Давай сразу показать все. И выпадает нам печенька. На коне. Так, ну что, у нас 50% уже набито. Нам придется 2 раза с тобой потратить по соточке. Один раз уже потратили, и еще один. Тогда у нас будет 200 плюс 300, 500. И нам должно, в принципе, хватить на полное прохождение этого ивента. А если не хватит, придется чуть-чуть подождать. Так, давай-ка дальше шпарить. О, веселый Буб. О, тихо, там еще и ассасинка идет. Веселый Буба и ассасинка. Это весело будет сейчас. Я, знаешь, что сделал? Я вот так вот поставлю сюда яд. Ну. Не понял юмора. На. Да выпендривались. Все, опять этот чувак слетел. Вниз головой там лежит. Показать все. О. Бригадир Брок выпал. Плюс ярость. Окей. В бой сразу же. Так. Курочка. Интересно, какая нам выпадет легендарная карта в конце события? Как ты думаешь? Давайте каждый для себя скажет, а мы проверим, кто у кого, как говорится, интуиция была лучше. А мне почему-то кажется, что выпадет курица в ледяном кубе. Так что посмотрим. Так. Ну. Тихо-тихо-тихо-тихо, куда ты? Алаказам.
Алаказам кричит. Так, показывай сразу все. Ну что, покупаем? Покупаем, конечно же. Так, 251 кристалл у нас остается. Не знаю, должно по идее хватить, ребят. Я, наверное, поменяю команду после вот этого поединка. Сыграем с тобой другой какой-нибудь. Ну, блин. Опять толкун идет. Финфиники. Давай, иди туда. К стеночке, так сказать, да, их. Ну. Ну, в принципе, и все. Ого, за медляшку сделал. Страдания. Я ж бедный застрадал весь. Ну, вот и все. Слетел он с своего там трона, с этого крота. Покажи все. Оу, дед выпал. Дед — это хорошо, ребят. Двигаемся дальше. Так, я хотел другую команду взять. Давай вот этой поиграем. Ну, ты видел, да, уровень сложности просто изи там было показано. Там говорят, типа, парень, ты пройдешь этот уровень с закрытыми глазами. А я, в принципе, и не сомневаюсь в этом. На, ой, я думал, стрела сразу его уничтожит. А получается, что не сразу. Так, Лузи, Пузи, кто-то там. Что-то шаман какой-то слабоватый. Так, это со своим забором тут. Вот это мне нравится, карта тоже прикольная. Краб. Чувак, что такое на этом крабе, как на танке едет. Ну, бумс. Так, шаропопка это тут бегает. На тебе. Эльфы. Ну, 360 ноускопис. Это что такое? 360 ноускопис. Я не знаю, что это может означать. В плане. Дальше? Какая тут? С чего вдруг это вылетело-то? Ну, давай, весь зал. Больно же. Конечно, больно. Все. Победили. Но эта команда слишком долго как-то справляется с врагом. Первая намного быстрее. Что-то я даже не понял, как-то там быстро так показали, что я даже не увидел, кого дали. Ну что, у нас с тобой 562 кристалла. 562 кристалла, да? Это если прикинуть, за прохождение нам нужно тратить 2 кристалла. Ой, 200 кристаллов, да? Выходит так. Слушай, ну по идее должно хватить. Так, это у нас любовник Брок или кто? Это бригадир, да, это бригадир. Так, сейчас я попробую вызвать. А что вот этот чувак делает, я не пойму. Ну, кусается, ну и что? Ё, укатился, он какой-то ватный. Будем честны. Так, опять. Это кто? Это кто сейчас таким смешным полетом вылетел? Скажи-ка мне на милость. Это какой-то эльф был, да, по ходу дела? Так просто смешно улетел. Ну, а мы с тобой уже практически все, ребята, уничтожаем Босяцкого. Есть. Все, рогами впился, как говорится, в землю. Так, показывай мне сразу все. О, Рози. Так, это 4, да? 2, 3, 4. Купаем. Обязательно. Так, 3 поединка. Вот как раз нам хватит вот это забить. Тут один. Тут 2 придется, да? Хватит. Нам хватит полностью пройти сегодня события. Именно вот столько вот кристаллов, сколько есть. Но так как я в игру не буду больше играть, да, эти кристаллы я больше не смогу, ребят, нигде заработать. И если следующий ивент у нас будет, мне придется его проходить своими силами. А это очень-очень долго. То есть без применения кристаллов. Так. Оу-оу-оу. Это тот самый олень Санты. Самый-самый злой. Так, слушай, яйцо идет. Яйко, как там было написано, да? Яйко. Ну. Так, повар Чико. Иди ты знаешь куда. Так, а, он же может отравлять, да? С каким-то шансом. С небольшим, но он может это делать.
Щекотно. Нет, парень, тебе сейчас будет совсем не щекотно, если честно. Вот просто не щекотно, нисколечко. Вообще никто даже не успевает появиться. Тотальный разнос. Все, ребят, выиграли. Так, показывай все. Рози опять нам выпадает. 6 кристаллов. Поехали дальше в поединок. Слушай, давай-ка я возьму вот этот отряд. А можно вообще создать какой-нибудь другой? Чисто пробный. Ну-ка давай. На. Смотри-ка, не отдуплился. Бригадирушка-то. Или как, кузнец? Кузнец. Так, стопэ, стопэ, стопэ. Ой. Нет, все шикарно. Франц этот сразу отдупляется, как только попадает под обстрел. Да все тут, по ходу дела, он доигрался. А, вот у тебя что есть. Ураганчик ты свой применил, плешивенький, да? Смотри, 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 бежит. Вот так вот. И начинается мясорубка, ребят. Все. Даже этот кузнец, который там вышел, он ему просто не помог. Потому что мои Рози его запинали там. И опять этот повар Чико. Беспонтовый, если честно. Поехали. Ну смотри, уровень уже немножко выше на один. То есть они теперь стали второго уровня, зато все эпические карты у него. Он думает, что он будет крутой, да? Я в этом сомневаюсь. На! Так. Во-во-во-во-во, психанул, как говорится, мой дагер. По-другому его не назвать. Смотри, просто шинкует. Никому не дает шанса выйти. Топовый чувак. Так, смотрим, что у нас тут выпадает. Опять надувной газ. Ну что, нам придется покупать. Поехали. В бой. Ну смотри, опять все эпические карты и все второго уровня. А у меня в пятого. Тыч. Так, давай выпускаем этого ханурика. Жук ты какой, а. Естественно, когда он защиту эту ставит, он становится неуязвим. Так, курица, вот это плохо. Ну что ты там, а? Снеговик какой-то неадекватный. А вот и газ. Мне нравится то, что он поджигает землю. Вот это прикольно. Все? Слетел? Дрельная дури. Что нам тут? Вахтерша. Вахтерша Мона, по-моему, так ее величать. Слушай, мы с тобой сейчас получим уже 80 карточек на нашего Рози. Ой, 80, 10 карточек на нашего. Но нам не хватит на прокачку. Нам нужно 30, у нас всего лишь 2. Плюс десятку нам дадут. Получается, у нас 12. Еще дофига надо будет. Так, там подбили. Гринч, давай, выходи. Минус кузнец. Так, газ даже не успел ничего сделать. Мы его сразу, смотри. И снег, и вода, и огонь. Все в кучу. Эх, сгорит сейчас мой этот. Сгорел. Чувачка просто своей же дверью раздавила. Ну вот, две Рози сейчас тут устроят переполох в маленьком, как говорится, Токио. Ну-ка, что у нас тут? Ага, цыплак выпал. Это круто. Так, сколько нам еще? Блин. Нам еще два поединка придется здесь сыграть, чтобы получить 10 карточек на Рози. А для этого придется, естественно, потратить гемы. Так, мы сейчас курицу сможем, интересно, с одного выстрела убить или нет? Смогли. Смогли. Давай-давай, отлично. Все. Этот псих... Фига. А, он же, она же когда погибает, она превращает двоих моих любых юнитов в зомби. Вот в этих вот беспонтовых, так скажем. Просто беспонтовые зомби.
Давай, родные. Он вышел, даже ничего не успел сделать. И мы его уничтожили. Ну, круто. Ну что, еще надо сделать один бой, чтобы получить 10 карточек. Поехали. И после этого, может быть, поменяем с тобой какую-нибудь колоду. Так, бригадир Брок идет. Жалко, конечно, мы его не сразу сносим, да? Не с выстрела, так сказать. Ой-ой-ой. Так, минус хилка. Так, тихо. Вот этот почему-то очень много наносит урона, вот этот повар, именно по нашему деду. Этот идет. Ну и что, ну встал ты в стойку, и что? Ну и все, и погиб. Так, дрельная доля. Давай ее допинывай по-быстренькому. Есть. Вылетел, короче, в трубу, чувачок. Давай, показывай все. О, Рози опять. И мы собираем еще с тобой 10 карточек. Получить. Ну, я тебе говорил, 13. Нам нужно еще 17 карточек, чтобы мы смогли с тобой прокачать. Получается, смотри, у нас 2 здесь поединка. Еще 2 остается, да? Мы берем... Как раз 200, да, 200 гемов у нас на все это дело уйдет. Так, давай-ка мы попробуем с тобой, знаешь, что сделать? Поменять немножко состав. Ну, просто уже для прикола. Давай-ка, кстати, вот эту прокачаем маленько. Блондинку Бирту. Какой у нее? 6-й? А, 7-й? До 8-го уровня, да, прокачали. И сделаем с тобой легкую-легкую замену. Возьмем, например... О, блин, а уже поздно, денег нету. Давай сделаем вот так, наверное. О, подожди, вот так вот сделаем, да? Плюс поставим с тобой вот этого крота Мэнни. Возьмем с тобой вот так вот большую Тину. И возьмем, наверное, с тобой вот эту вот магичку. Вот таким вот отрядом попробуем с тобой сейчас сыграть. Остальных, в принципе, мы с тобой видели. Монахов и тому подобное. Ну что, поехали? Ой, подожди. Ну да, дрельная дырия. Чё испугался-то? В бой. В бой, друзья мои. Тут у него ничего страшного нет. Опять же, а, ну тут уже 3-го уровня, я смотрю. Некоторые персонажи прокачаны. Ой, что-то я, наверное, не то немножко сделал. Бумс! С одного выстрела, друзья мои, отдупляются они. Хочу вот эту посмотреть. Она очень дорого стоит по манне. Ну-ка. Да. Даже не смогла раздавить несчастного снеговика. О, почти большая тина бежит. На. Да ну, что такое слабое-то, господи. Пи. Просто слабачка, ребят. Вот Мэнни, да, Мэнни это что-то. Издалека шпарит, будь здоров. И пофиг ей на все. Правда, долгая перезарядочка. Очень долгая. Но влупляет, будь здоров. А если ты вызываешь две Мэнни, то это вообще топчик, смотри. Бубух. Бубух, нормуль. Да, я бы, наверное, все-таки подкорректировал именно с Мэнни. Не с Мэнни, а с Биртой. Вот с этой вот что-то надо делать. И с Тиной. Их можно было бы поменять. Ну, сам видел, какой-то дамаг ни туда, ни сюда. Показывай давай все. О, пираточка. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. В бой. В бой. Я карты поменяю сейчас. Секундочку. Вместо, например, буду взять, если вот буду взять вместо кого? Вместо Бирты. Вот так вот, что ли? Ну, медленно же, по-моему, эта курица бежит. Очень-очень медленно. Поэтому нам лучше, наверное, вот так вот сделать. Да, стоит 8 энергии, но... Или же нам сделать с тобой команду бегунов. Ну, бегунов, по-моему, того, что будут бежать и очень быстро разносить врага. Причем в кашу. Ну что, поехали. Тут у него есть молния и мумия первого уровня. Ну,
первая легенда, которую мы видим от него. Сейчас проверим. Бежит. Бонзай, на. Так, минус мумия. Отлично. Так, он там забор свой поставил. А, нет, это не забор. Это бочка. Посмотри, как они фигачат. Смотри. Офигеть. Слишком быстрая команда называется. О, опять цыплак. Покупаем. Покупаем обязательно, иначе никак. Тут опять же все будет легко и просто. Никаких, я думаю, проблем особых не будет. Давай вызовем, наверное, с тобой для начала Мэнни. И наших супер-пупер бегунов. Да, поэтому бомбить Мэнни придется 1000 лет. Если честно. Яд его убьет. Ах ты, гад, заморозку применил, прикинь. Применил, у него тоже есть бегун. Вот он какой. Сейчас знаешь, что сделаю? Команду бегунов. Будет прикольно. Ну-ка, выходи. Врача! На тебе, врача. Забомбашили, короче. Опять газ. Опять нам выпал газ. Слушай, он, по-моему, у нас там может прокачаться. Ну что, поехали. Я даже не успел, кстати, вот эту вот эльфийку нам позвать. Твою налево, хотел же команду бегунов сделать. И забыл. Сейчас сделаем. Бабах. Сейчас он отравит еще, да, он отравляет. Когда погибает, он еще, ребята, отравляет противников. Это круто. Ну, так. Бабах. Не, Мэнни, это, конечно, шикарно. То, что издалека бомбашит, это очень круто. Медленно, но эффективно. Так, это что у нас? Ага, да, выпендривалось. Кстати, мой Мэнни погиб именно от того, что стрельнул по этой вот сердцеедке. И 100%, там сколько, 50% урона передалось, и он умер. Ой, фигня. Это вот ерунда. Этот робот как-то меня особо не вдохновляет. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Можно... Я хотел сделать команду бегунов. Давай подумаем. Команда бегунов должна состоять из следующих карт. Так, этот. Вот так. Не буду я. Возьмем, наверное, вот этого вот. Это эффективнее. Ну давай ты, господи. Вот сюда. И кто же у нас тут еще есть такой бегун? Быстрый-быстрый-быстрый, который... Кстати, я Куронога ни разу не видел, если честно. Я хочу посмотреть, кто такой. Ну, вот приблизительно такая команда. А следующую команду я сделаю, наверное... Я хотел посмотреть чисто команду эльфов. Чисто эльфов давай возьмем. Посмотреть просто хотя бы, как это все будет выглядеть. Допустим, так. Так. И... Вот так. Ну, первого уровня, да, конечно, это... Что он там будет делать, я не знаю. Как мы будем побеждать им? Ну, сейчас прокачаю немножечко. Ага. Так, до 6 уровня. Ну чё, погнали. Вперед из песней в бой. И выбираем команду бегунов. Просто хочу посмотреть, как мы будем быстро здесь их уничтожать. Ну, дед цветочный, конечно, не бегун. Но тем не менее. Так, как... А, как тусенок вон издалека бомбит.
Слушай, ну прикольно. Довольно быстро, кстати, разбомбили. Ну что, покупаем еще с тобой. Это последний кристалл, который нам понадобится. У нас даже еще остается 125 в запасе. И теперь, кстати, я куранога так и не вызвал. Попробуем вот этими эльфами, чисто эльфами сыграть. Они у нас обычные, а тут против нас, извини меня, и эпические карты, как мы будем здесь, я не знаю. Ого, 18 уровень, не кисло. И как тут сейчас мы будем... Я ума не приму. Ты серьезно? Оу, друзья мои, так это же... Это фейл. А знаешь, что самое обидное? Что мне ни хрена не смешно. Я только сейчас понял, что мы с тобой фейлим попытку на кристаллах. Ты понимаешь, что я сделал глупость? Офигенно. А-тя-тя, Рэя, вот это непростительно. Я сфейлил попытку. Так бы мне этого всего хватило, а так теперь придется тратить. Да-да, вот это я тормознул. Вот это я доприкалывался. Молодец, Рэй. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж я тупанул тогда? Тем более мы прекрасно все знаем, что ближе к концу у них противники становятся сильнее. Да, вот тебе и побаловал. Так бы мне не пришлось бы тратить 100 гемов, понимаешь? Лишних, а теперь придется. Вот и все. Печалька, конечно, печалька. Ну ладно, фиг с ним. Придется и придется. Мы потратим, да и фиг с ним. Давай, 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 родные. Так, Рафа, 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 валим. Готов. Все, 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 это Бирта летит там, сломя голову. Правильно, бей своих. Опять отравили моего старика цветочного. Да что ты будешь делать-то? Какого фига вот эта фигня выползает, ребят? Я не знаю, я ничего не делаю. Она сама появляется, это вот. Даже никакие кнопки не нажимаю. Есть. Блин, ну конечно фигово, что с этими я... Как его? С эльфами-то я лопухнулся. Видишь, не хватит буквально одной победушки. Одной. Из-за этой одной победы мне придется 100 гемов тратить. Да. Ай. Немножко я расстроился, да? Неприятно. Хотел поприкалываться, а потом думаю, нифига себе, приколы-то такие, как бы не очень в тему. Ну, что там за это? За сыр-бор, я не пойму. Так, бомби, бомби этого Янси. А что-то они какие-то крепкие стали. Какой там уровень, кстати, у них, я уже не знаю. А, четвертый, так, тут девятый. Не сейчас, нет, сейчас. Именно сейчас. Есть. Улетел. Ну, показывай нам яйко. Ну вот и последний поединок. Придется покупать. Чтобы не ждать просто 26 минут, а сразу навалять им. Ну, кстати, возможно, мы здесь с тобой получим где-то, может быть, кристаллов 100-200 в награду. Опа, с удара снесли, да? Моего цветочного дедулю, к сожалению. Так, давайте там все. Стойте на месте, щекотно ему. Так, минус пираточка. Гринча вызвал. А, у него старичок был, да? Который даже не успел воспользоваться стрелой. Все, 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 расколбас идет. Yeah. Абсолютно победа, ребята. Так. Пиратка. Ну и мы с тобой забираем сундук. Вот он. 2000 монет. 200 кристаллов. Так, лечение. Сигурда и Фафни. Брок-любовник. Вуду Бернадет. И легендарная Фрэнкин-попка. Вот, друзья мои. То есть я не угадал. Ну что же, это новая легендарная карта. Я очень рад. Очень рад.
Я обожаю, когда у нас карты новые. А вот что я хотел сделать, так это прокачать нашего детка. И он получает 19 уровень. Как-то так, ребята, как-то так. Ну что, а на этом, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!